Друзья, добрый день. Я Андрей Артемов. Для меня Васильевский остров – это в первую очередь малый, средний и большой проспекты, линии со своими красивыми фасадами и аурой. Здесь прошло мое детство. Я помню, как мы лазили по крышам, могли от первой линии до 19-й проходными пройти сквозь все дворы, искали бутылки, чтобы сдать их и купить себе мороженое. В 90-х годах у станции метро Василеостровская стояли ларьки. Так, в 95-м году в один миг сгорели вот здесь все ларьки, которые находились за моей лысой головой, и построили Макдональдс. А чуть позже сгорели ларьки у станции метро Василеостровская, где теперь находится офис Мегафона. На этом месте был дом французского благотворительного сообщества. В советское время больница, а возможно и поликлиника. Я уже помню это здание заброшенным. В детстве мы по нему лазали, восхищались лепниной, росписью на потолках и розетках, где висели здоровенные люстры. В 2004 году здание было исключено из объектов культурного наследия и его демонтировали. Начали строить гостиницу, но что-то пошло не так, и она долго очень стояла недостроенной, пока участком не заинтересовалась компания Винтека, которая сейчас и возводит жилой комплекс Манхэттен. Жилой комплекс Манхэттен – это 61 квартира, 54 места в подземном паркинге и трехметровые потолки. Фасад на рендерах выглядит красиво, да и сам проект мне нравится. При входе в дом вас встретят львы, красивые фасады, террасы, свой фонтан и многое другое. Главное, чтобы вы платили проект, как создал его архитектор. Полученные техусловия на ресурсы застройщикам заканчиваются в июле и декабре этого года. Согласно проектной декларации, комплекс должны сдать во втором квартале 2023 года и до июня 2023 года уже передать ключи. В проекте предусмотрены лифты Кионе, окна Шуко, но из-за санкций мы можем увидеть совсем другое оборудование. Квартиры представлены от однокомнатных до четырехкомнатных квартир, а цены стартуют от 25 миллионов. Напротив жилого комплекса Манхэттена расположен особняк Бремми. Вот вы сейчас видите его в центре своих экранов. Это один из двух памятников архитектуры на Васильевском, полностью из дерева. В детстве мы все знали, что на этом заводе делают витаминки, и очень их хотелось попробовать. Но забор был очень велик, и пройти туда не было, к сожалению, возможности. Сейчас на месте витаминного завода возводят жилой комплекс АМО. Жилой комплекс АМО – это 92 квартиры и 72 машинное место в подземном паркинге с кладовками. Высота потолков составит от 2,80 метров до 3 метров 25 сантиметров. А техусловия на энергоресурсы бессрочны. Такое я вижу впервые. Действительно красивый фасад с большими окнами, террасами, каминами в квартирах. В составе комплекса запланирована 4-звездочная гостиница на 78 номеров. Проектной декларации пока на эту гостиницу нет, поэтому я полагаю, что возводить ее будут чуть позже, чем возводят жилой дом, и сдадут ее чуть позже, чем жилой дом, чем могут принести небольшие хлопоты новым жильцам. Застройщик сохранит и особняк Бремя. Ходят слухи, что сохранят лишь фасадную стену, но согласно проекту восстановят его полностью. Но это, друзья, видно и по лесам, которые окружили старинный деревянный особняк. Квартиры представлены от студии до четырехкомнатных квартир. Стоимость однокомнатной квартиры стартует от 24 миллионов 600 тысяч рублей. Ну и как-то студии квартиру не поворачивается язык назвать, потому что студия 47 метров напрашивает больше все-таки название «квартира свободной планировки». Согласно проектной декларации, дом должны сдать во втором квартале 2024 года, а ключи уже передать до декабря 2024 года. Сразу за АМО возводят жилой комплекс «Монодом Лайн».
Жилой комплекс «Монодом Лайн» — это 89 квартир и 70 машинных мест в подземном паркинге. Кладовки, колясочные, интересный фасад с декоративными элементами, а высота потолка от 2 метров 74 сантиметров до 2 метров 90 сантиметров. А теперь внимательно слушайте. В объекте размещаются помещения, предназначенные для использования под образовательные нужды учреждений, подведомственным администрацией Василеостровского района Санкт-Петербурга, а именно ГБУ СОШ номер 29, общей площадью 650 квадратных метров. То есть на первом этаже будет размещен соцобъект, в который будет доступ определенного круга лиц. И где камерность, уважаемый застройщик? Техусловия бессрочные, кроме техусловий на тепло. Они закончились в конце 2021 года. Квартиры в доме представлены от однокомнатных до трехкомнатных квартир. И на момент съемки однокомнатная квартира стоит от 20 400 000 рублей. Согласно проектной декларации, два дома сдадут одновременно в первом квартале 2023 года, а ключи передадут до сентября 2023 года. Напомню, что у техусловий на ресурсы есть ограниченный, как правило, срок. И когда он заканчивается, если его не продлят, то дом такой сдать будет невозможно. Продукты. Сюда, конечно, заходить не очень безопасно, потому что прямо вот здесь ведется стройка. И не дай бог, что-то упадет на голову. Из-за строительства жилого комплекса «Манхэттен» пошли трещины в доме 39-го года постройки, который возвели для морских офицеров. Об этом до сих пор свидетельствует якорь на воротах. Сейчас ворота очень сильно замазали каким-то гудроном, но даже сейчас видны вот такие отметины. Рядом с этим домом взорвалась бомба. Других бомб в этот дом не попало, и осколки от этой бомбы попали как раз в фасад и в эти ворота, которые стоят здесь с 1939 года. Жилой комплекс «Ама» граничит с роддомом номер 1. Ранее это здание женской профессиональной школы великой княжны Татьяны Николаевны. Здание раньше было двухэтажным. Это даже сейчас видно по карнизу на уровне второго этажа. А в советские годы его надстроили и сделали роддом. Здание уже дало трещину. В свое время его укрепили швеллерами. И оно стояло долго, все было открыто. А потом, через какое-то время, вот так небрежно зачеканили цементом. Вот мы можем видеть здесь, что укреплена арка с швеллерами и правая сторона дома. Вот это все, это укрепили фасад, чтобы он не разрушился. Но даже сейчас видны трещины. В октябре 2020 года ГИОП провел проверку и зафиксировал трещины в доме объекта культурного наследия «Дом Чубакова» из-за строительства жилого комплекса «Монодом Лайн». На первом этаже дома находится продуктовый магазин. Обратите внимание, какие трещины здесь. А это, друзья, несущие стены здания. Вот так, друзья, выглядит парадный вход в это историческое здание. Здесь я понимаю, что в свое время был камин, сейчас его, соответственно, замуровали, лестничные марши. Давайте поднимемся немножечко наверх и посмотрим этот уникальный дом. Но первое, что здесь сразу бросается в глаза, это, видите, укрепили свод перекрытий, лестничных маршев. Но вы же понимаете, что это, друзья, сделано неспроста. Лифт. Лифт, кстати, тоже, если не ошибаюсь, укрепляли. О, а он, видите, он не работает. Отключить его могли только из-за чего? Что он опасен. Опасно на нем ездить. Уникальная входная дверь. У меня ощущение, что она сохранилась как раз с тех времен, потому что уже такого никто не делает. Тут можно прикоснуться к старине. Смотрится красиво. Высоченные потолки. И видны везде трещины. Следующий этаж. Аналогично мы видим укрепление. Обратите внимание, как здесь разъехался кирпич. Смотрите, какая трещина. При этом, знаете, очень странно. Обычно за такими зданиями наблюдают, чтобы не было опасно.
крепят специальные маячки для того, чтобы можно было посмотреть в дальнейшем, идет ли дальше расхождение этой трещины, либо, соответственно, нет. Вот видно трещина, видите, как все тоже то же самое пошло. А происходит это из-за того, что начинается нагрузка на почву, на которой не было нагрузки большое количество лет. А вот, кстати, маячок, вот он, друзья. Ширина расхождения 1 мм, 4,2 мм. Если есть профессионалы, вот, пожалуйста, задача для вас. Аналогичная ситуация. Вот тут видно, был пожар, чувствуется запах. Здесь мы видим, что укреплено швеллером. Такое ощущение, что здесь, знаете, какие-то колонны стояли, вернее, колонны, а какие-то фигуры, которые демонтировали в течение времени. Ну, тут аналогичная ситуация. Здесь еще хуже. Смотрите, сюда вот 4 пальца влезет. 13-е, 05-е, 22-е. Специально поставили вот такой маячок. Если будет расходиться дальше, то, соответственно, он треснет. Еще одна дверь. Красивая, и здесь такая же дверь. Но обратите внимание, тоже какая трещина. Это, друзья, неусадочная трещина. Чтобы вы понимали, в свое время ступени были без вот этой щели. Это вот так все разошлось. И ничего хорошего в этом нет. Старый царский кирпич. Такие дыры. 12-е, 08-е, 21-е года. Ну, видите, как держится. То есть я понимаю, что это потихоньку, но идет дальше. Представьте сами, что вы живете в старинном, историческом здании, и у вас все хорошо. И тут в один прекрасный момент современный застройщик начинает возводить свой проект рядом с вашим домом, и ваш дом начинает разрушаться на глазах. Как бы вы отнеслись к этому? Напротив жилого комплекса АМА находится коммерческое сейчас помещение 1930 года постройки. В сталинское время это здание строили для цели детского сада и как детский сад. В 2000-х годах здание продали, сделали надстройку, третий этаж, а после банкротства собственника землю и здание выкупила организация, которая сейчас хочет на этом небольшом участке возвести еще один жилой дом. На 15-й линии тоже когда-то было такое же здание детского сада, которое продали, и там теперь элитный дом. А здание бывшего садика как раз находится практически напротив родильного дома. Ну, те, кто живет на Васильевском, однозначно знают и помнят этот детский сад. Это наша история. История города, история района. И мне жаль, когда исключительно в меркантильных целях уничтожают историю нашего города. Сейчас мы с вами смотрим на первый этаж этого дорогого элитного жилого здания. И если присмотреться чуть лучше, то мы можем увидеть, что прямо вот здесь, в центре кадра, мы видим, что кусок монолитной несущей колонны, он немножечко отошел. А вот здесь у меня такое ощущение, что часть этой колонны живет своей жизнью. Ну, если поднять голову выше и внимательно посмотреть на качество бетонного изделия, то, к сожалению, оно оставляет желать лучшего. Но все потом закроют фасадом, и вы, друзья, этого никогда не увидите. В своем детстве я жил вот в этом доме. Помню, что мама на подоконник ставила табуретку, и шваброй не могла дотянуться до верха стекла. Вот они все родные, близкие сердцу места. Здесь я проводил все время после садика. И здесь, похоже, в советское время, в принципе, ничего не изменилось. Здесь единственное, я помню, что были качельки, но их, похоже, сдали на металлолом. А вот и садик, в который я ходил. Практически на углу 14-й линии и Малого проспекта, вот прямо на этом месте, где сейчас идет стройка, была общеобразовательная школа.
а теперь строят гостиницу для горного университета. А знаете, очень приятно пройтись и вспомнить. Как раз я помню, как вот на этой площадке я был маленький и играл в детском саду в песочек. Как здесь мы проходили, меня забирала мама, и мы шли. А вход как раз где-то вот там был, как я помню. И мы вот здесь проходили и шли домой, поднимались по старинной красивой лестнице в свои дома. А здесь жили мои друзья по садику. Друзья, рад был вас всех видеть. Обязательно поставьте лайк, не ставьте дизлайк, поделитесь ссылкой на это видео и оставьте свой комментарий. А я с вами, как обычно, не прощаюсь, а говорю до скорой встречи!